Хочу поделиться, знаете, таким посланием, которым сейчас живу сам и размышляю о нем. И, в принципе, и ну, в регионе у нас мы тоже размышляем все над этим посланием. Послание, оно как бы больше, знаете, о сверхъестественной жизни в Боге. Потому что я верю, ну, что вообще мы с вами, как верующие люди, мы должны быть сверхъестественными людьми. Аминь. Ну, понимаете, как Бог, Он сверхъестественный. Так же? Бог, Он неестественный. Вот Он сотворил землю, Он творит чудеса, Он сотворил человека, вдохнул в него жизнь. Это сверхъестественные вещи. Ни один человек не может этого сделать. Вот сегодня есть, я даже слышал как-то пример такой, что есть китайцы, создали яйца. Вот слышал кто-то из вас? Есть китайцы, раз вот создали яйца, они точно такие же, как обычные куриные яйца. В них точно такой же состав, точно такие же по вкусу. Белок, там, ну, все вот эти минералы полностью, все внутри точно такое же, как в курином яйце. Единственное, что отличает его, там нет жизни внутри. И оно никогда, как в какие бы ты условия его ни положил, в инкубатор, еще куда-то, никогда из него не вылупится птенец. Единственное, на что оно создано, для того, чтобы умереть. Ну, как бы оно обречено на смерть, на уничтожение. Пожарить, сварить, там, я не знаю, супчик добавить, еще куда-то. Вот китайцы, да, додумались, представляете? И в нем нет жизни. Вы знаете, точно так же, ну, церковь, мне кажется, она должна отличаться тем, что в церкви есть жизнь, сверхъестественная жизнь. Потому что, по большому счету, сегодня есть много разных собраний, организаций, которые, в принципе, похожи на церковь. Там тоже есть музыка в начале, тоже есть спикер, который выходит. Точно так же сидит зал, людей может быть в тысячи раз больше. И говорят мотивирующие вещи, да, там всякие тренинги мотивационные. И люди вдохновляются. Вдохновляются там открывать бизнес, идти побеждать, еще что-то делать. Но единственное, чем отличается, знаете, эти организации от церкви, что там нет силы Божьей. Силы Божьей, сверхъестественной, жизни. Точно так же, как, понимаете, как яйцо. Вот есть китайское яйцо, а есть натуральное яйцо. И в нем есть жизнь, и оно может развиваться, оно может расти. Аминь. Точно так же, друзья, в церкви есть Дух Божий, Дух Святой, и Он сверхъестественный. Мы по-любому должны с вами, ну знаете, не отвергать то, что есть для нас сверхъестественная жизнь. Аминь. И моя проповедь называется, название, может, не все сразу поймут, «Откровение сынов Божьих». «Откровение сынов Божьих». Я прочитаю место одно, Римлянам 8 глава, с 19 стиха. Римлянам 8 глава, с 19 стиха, здесь написано. «Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих». Аминь. Смотрите, написано, что все творение, все люди, все, что создано на земле, живое, все люди, они ожидают откровения сынов Божьих. И знаете, что такое вот откровение сынов Божьих? Это не то, чтобы они ожидают, когда кто-то придет и начнет им что-то рассказывать. Важно тоже прийти и рассказать Евангелие, важно прийти и попроповедовать. Но знаете, я думаю, что люди на самом деле сегодня нуждаются в том, чтобы к ним пришел Сын Божий. Сын или человек с откровением, Сына Божьего. Кто такой Сын Божий? Иисус. Иисус, да? Вот смотрите, когда Иисус жил на земле, все люди нуждались в том, чтобы Иисус к ним пришел. Почему? Потому что кто-то болел, кто-то был там одержим, у кого-то были какие-то расстройства там психологические, еще какие-то. И им нужно было, чтобы, ну, когда люди узнавали, что есть такой человек, который может прийти, как он пришел к Петру, да, теща лежала в горячке, он пришел, прикоснулся к ней, и она исцелилась.
Он пришел в другое место, исцелил там всех больных. Пришел в третье место, изгнал там всех бесов, разрушил проклятие. Понимаете, он приносил не просто проповедь, он приносил не просто какие-то слова, какие-то теории, но он приносил сверхъестественную жизнь, силу сверхъестественную. И вот я думаю, знаете, об этом Павел и говорит, что все творение, оно ожидает, пока к ним придут люди с откровением Сына Божьего. Как, другими словами, пока к ним придет Иисус. Я вам хочу сказать, что Иисус сегодня может прийти в любой дом. Аминь. Аминь. Хотя Иисус умер 2000 лет назад на кресте, да? Воскрес на небесах. Но точно так же Иисус сегодня в каждом из нас, во всех, кто Его принимает. И сегодня, друзья, мы с вами ответственны, придет ли Иисус в чей-то дом или нет. Придет ли Он, как в те времена. Понимаете, люди не ждут сегодня, ну, сегодня столько есть разных теорий, разных проповедей. Ты даже если YouTube откроешь, ты не поймешь, как вообще правильно верить. Ну, так если все подряд начнешь слушать, в итоге ты придешь к выводу, что вроде бы и этот авторитетный человек, вроде бы и этот авторитетный человек, и этот авторитетный, и этот. И все говорят по-разному, и все вроде бы как-то все объясняют логически. Но так же? Да. Ну, я, например, вот к такому выводу пришел. Но знаете, есть одно, что невозможно никак подделать. Это сила Божья. Сила Божья. И вот все творение, оно ожидает не новое какое-то течение в Ютубе, не новое какое-то проповедник просто красноречивое, а все творение ожидает, когда к ним придут и как бы проявят этого Иисуса Христа, который внутри нас. Пока к ним кто-то придет и исцелит его, придет и изгонит беса из, там, из сына, из дочери или еще из кого-то. Придет, я не знаю, там помолится, и семья, отношения восстановятся. Принесет силу. Помните, как Иисус сказал, учеников послал, говорит, в дом, в который придете, говорите, что? Мир этому дому. И что произойдет? Мир, который есть внутри вас, он останется в этом доме. Аминь. Представь, просто то, что ты сегодня, если ты веришь в Иисуса Христа, если Иисус есть в тебе сегодня, ты можешь просто прийти в дом и сказать, мир твоему дому. Без всех там, я тебе расскажу сейчас, там 99 пунктов, как сделать так, чтобы мир был в твоем доме. Просто скажешь, мир твоему дому. И мир придет в этот дом. Аминь. Скажешь, здоровье пусть будет в твоем доме, болезни пусть не будет в твоем доме. И болезни будут разрушаться. Я верю в это, друзья. Знаете, я вот реально, ну, вот просто сейчас в этом пребываю, потому что я вижу, сколько людей болеет, сколько людей больных, сколько людей, ну, в проблемах, в таких проблемах, которые, как бы я ни составил красиво проповедь, она не поможет. Ну, аминь. Ну, может быть, если он долго будет учиться, пропитается словом, примет, там, научится использовать веру, и когда-нибудь потом... Ну, он исцелится или еще что-то произойдет, да? Друзья, но я верю, знаете, что у нас есть с вами помимо Слова Божьего, я не хочу умолить проповедь, это очень важно, потому что мы не будем иметь веры, если мы не будем слушать проповедь, не будем наполняться Словом. Но написано, знаете, вера приходит от слышания Слова Божьего. А в другом месте Павел говорит, я, говорит, пришел к вам и позаботился о том, чтобы ваша вера утверждалась не на мудрости человеческой, а на силе Божьей. Аминь. Сегодня, знаете, может вера людей, которые будут к нам приходить, которые мы будем приходить, вера в Бога, она будет утверждаться на силе Божьей. И мы с вами имеем такую власть. Я сегодня хочу, знаете, затронуть такой, я верю, самый важный момент, который нам мешает исцелять людей, который нам мешает проявлять эту силу. И вообще, вы знаете, я думаю, ничто так не влияет на веру человека, как вот если что-то произойдет с ним сверхъестественно. Ну, если, например, человек приехал в коляске и встал с ним на служение. Ну, понимаете, потом,
ну, как бы у него сразу множество вопросов отпадает. А почему две песни, а не три? А почему вы вообще вы танцуете? А почему? Ему все равно, почему мы танцуем, ему важно, что он стал с коляской. Аминь. Вот что его интересует. Помните, как Иисус исцелил одного человека, слепого? Слепой, по-моему. Его фарисеи поймали потом и говорят, кто исцелил тебя? Он говорит, я не знаю. Говорят, тот, кто исцелил тебя, он грешник. И он им тогда ответил, я не знаю, говорит, грешник он или не грешник. Я знаю, что я был слеп, а теперь вижу. Да. Вот это я знал. А то, говорит, вы сами разбираетесь, грешник он или не грешник. Точно так же мы с вами здесь многие, да, вот зависимые были, еще что-то. И, ну, когда ты получил свободу, ты знал одно. Я не знаю, правильно ли, неправильно. Я знаю, что я был в зависимости, а сейчас я свободен. Аминь. Ну так же. Я знаю, что там был гепатит, а его нету сейчас. Я знаю, что у меня была эта болезнь, а ее нету сейчас. Вот это я знаю. А в другом это уже все второстепенно. Аминь. И вот, друзья, знаете, я уверен, что Павел говорит об этом, что должны мы как бы получить откровение о том, что мы дети Божьи. Аминь. И тогда мы увидим, ну, мы сможем делать дела Божьи. Смотрите, Иоанна, Евангелие от Иоанна, 14 глава, с 12 стиха. Иисус говорит такие слова. Иоанна, 14 глава, с 12 стиха. Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сил сотворит. Потому что я к Отцу моему иду. Аминь. Смотрите, что говорит Иисус. Верующий в меня, дела, которые делаю я, и он сделает. И даже больше сделает. Представляете? Да. Кто здесь верит в Иисуса Христа? Все верят. Представляете? Это он говорит нам с вами. Какие дела делал Иисус? Исцелял больных. Изгонял бесов. Воскрешал мертвых. Проповедовал Евангелие, да? Помогал людям, финансы раздавал, любил людей, прощал людей, там, оправдывал людей, поднимал. И он говорит, дела, которые я творю, и ты сотворишь. Если уверуешь в меня, если уверуешь в то, что я совершил на кресте для тебя, если уверуешь в то, кто я. Знаете, я понял, почему вот многие вещи не работают. Ну вот, в моей жизни не работает. Верю, сейчас работает. Знаете, потому что иногда мы как бы, я не, вот я, например, неправильно раньше понимал самый такой важный вопрос в Царстве Божьем, который связан с нашей жизнью и с тем, как вообще все будет проявляться, как будет, ну, сила Божья проявляться в нашей жизни. Я, например, смотрите, всю жизнь задавал вопрос такой, если его связать с исцелением, с тем, как вот исцелить, как там, я не знаю, поднять человека, как помочь человеку, как эту силу, жизнь высвободить. Я задавал вопрос, что надо мне делать для этого? Что мне нужно для этого сделать? Как это сделать? Расскажите мне. И я вам хочу сказать, что всех интересует вопрос «как?». Потому что вопрос «как?», он подразумевает, что есть какая-то формула, есть какой-то метод, какое-то заклинание. Это у нас, знаете, что это у нас языческая побочка. Аминь. Как делают язычники? Есть определенный набор слов, да, которые нужно прочитать, потом нужно побегать вокруг костра, там, я не знаю, выщипать волос, кинуть, три раза похлопать, и хоп, и Господь ответит. Ну там, да, идол какой. И вот точно так же, друзья, мы можем жить точно так же в христианстве. Скажите мне, как мне молиться за больных? Надо сказать три раза во имя Иисуса, и тогда исцелиться. И ты молишься, и ничего не происходит. Потому что если ты так веришь, ты уже веришь в заклинание. Аминь. Это уже колдовство. И, друзья, знаете, что я понял? Что главный вопрос не как молиться за людей, а кто будет молиться за людей. Аминь. Важный вопрос, самый важный вопрос в Царстве Божьем, в нашем вообще пути с Богом, это не что мне делать,
а кем мне быть в Царстве Божьем? Понимаете? Смотрите, я сейчас объясню. Когда Иисус Христос исцелял людей, у Него не было никаких методов. Не было никакой формы. Единственное, что у Него было, Он знал, что Он Сын Божий. Аминь. Что у Него есть сверхъестественная сила. И я тебе хочу сказать, когда ты знаешь, кто ты в Боге, когда ты знаешь, что ты Божий Сын, Божья дочь, что Иисус внутри тебя, тот же Иисус, который вчера, сегодня и во веки тот же. Как бы ты ни молился, это будет работать. Аминь. Потому что важно не как ты молишься, а важно, кто молится. Как ты смотришь на себя. Не важно метод. Смотрите, Иисус пришел к человеку слепому. Говорит, он говорит, я хочу прозреть. Он говорит, хорошо. Плюнул на землю, размешал с пылью, слюни, намазал на глаза. Говорит, иди умойся и будешь здоров. Я вам хочу сказать, если мы сейчас так сделаем, ничего не произойдет. Может даже что-то плохое произойдет. Но почему-то в тот момент, когда Иисус это сделал, сработал. Представляете, сработал, он исцелился. Вот так, как Иисус захотел, сделал. И это сработало, и человек исцелился. Почему? Потому что не сам метод был волшебный. Это не было какое-то заклинание. Важно было его осознание того, кто в Боге. Он понимал, что я Божий Сын. Я выше всех обстоятельств. Я выше вообще этого мира. Я выше всего. Во мне есть сила, которая создала этот мир. И если я захочу сейчас вот эта вот грязь, она будет исцелять. Аминь. Аминь. И я тебе хочу сказать, что сегодня тот же самый Иисус, Он внутри тебя. Аминь. Вообще задача была того, что Иисус умер на кресте, ну, помимо спасения, чтобы таких, какой был Иисус на земле, таких стало много. Аминь. Чтобы они пошли по всей земле. Чтобы Иисус не был ограничен телом одним. Но чтобы Он был во мне, в тебе, в тебе, в тебе, в тебе и в тебе. И Он говорит, дела, которые я говорю, и вы сотворите, и больше даже сделаете. Представляете? Почему? Не из-за того, что мы какие-то особенные будем, какие-то мы узнаем методы, но потому что мы впустим Его внутрь себя, Его жизнь, Его силу. И поэтому всегда, когда мы будем это делать, всегда слава вся будет Богу. Почему? Потому что ты ничего не сделал, чтобы это получить. Ты никак это не заслужил. Это подарок для тебя. Так же? Мы же верим, что спасение – это подарок. Мы просто приняли Христа по благодати. И ты ничего для этого не сделал. Но ты можешь прожить жизнь и так и не использовать то, что есть внутри тебя. Так и не сотрудничать с тем, кто есть внутри тебя. Аминь. И вот, друзья, я вот еще раз хочу сказать. Смотрите. Самый важный вопрос – это не как. Нету никаких форм. Ну нет. Вот как правильно молиться? Нету правильной молитвы. Нету правильной молитвы за исцеление. Нету правильной молитвы за освобождение. Нет. Самое важное, если ты будешь знать, что ты Сын Божий, верить в это, что ты Дочь Божия, что Иисус внутри тебя, как бы ты ни сказал, человек это будет работать. Аминь. Знаете, вот мы начали школу такую проводить, и мы начали об этом рассуждать. Просто я начал об этом проповедовать больше, больше и больше. И я вам серьезно говорю, люди начали исцеляться. У нас вот на позапрошлое служение пришла женщина. Она не сильно верила в Бога. Ну, ходила, слушала недавно в церкви. В пятницу, представьте, ей поставили диагноз, что у нее рак. Все, она там просто вот, ну, это подтвердилось, там она обследование проходила, сдавала анализы, и она, ну, как вот у нее приговор все перед глазами. Она и в церковь не хотела идти, но как это получилось, так, я не знаю, Господь привел. Она пришла в церковь, в субботу на служение, пришла в церковь, и мы молимся. Я молюсь за людей сейчас, вот каждое служение. Ну, не вызываю людей, я просто в общем, в зал молюсь. Осознавая то, что я Сын Божий, то, что Иисус во мне, значит, болезни, они повинуются.
Я могу сделать дела больше, ну, те же, что Иисус делал. Аминь. Потому что я соединен с Ним сегодня, как и ты, если ты принял. И представьте, я молился, ну, прошла неделя. Я иду на служение, что у меня еще настроения не будет. Она такая меня ловит перед служением. Вот, буквально неделю назад. Говорит, я буду свидетельствовать сегодня. Я говорю, что случилось? У меня чудо произошло. Представьте, мы молимся, я говорю, люди со смертельными заболеваниями прямо сейчас будьте исцелены. И она сидит в зале. Вообще, представьте, расстроенная, разочарованная. Она идет в понедельник после служения, сдает анализы все. Ей говорят, у вас полностью вообще чистый организм. Вообще полностью. Нету ни метастаз, ничего вообще. Представляете? И она меня ловит, говорит, я буду свидетельствовать. Выходит, говорит, и Господь исцелил меня. Я чувствую Дух Святой. Человек, который вообще, он там не проходил никаких школ библейских, понимаете? Не, ну, я не хочу, чтобы вы правильно поняли, сказать, что не надо там школы проходить библейские или еще что-то. Но я хочу показать, как сильно, как важно человеку пережить силу Божью в своей жизни, понимаете? Тяжело что-то сидеть, слушать, когда ты сидишь, и у тебя диагноз перед глазами стоит. Тяжело что-то слушать. Ну аминь, так же? Сначала важно исцелиться. И мы с вами сегодня это имеем. Помните, когда Иисус вот послал же, когда Он говорит, в город, в который придете, говорите, мир этому городу, если вас примут, кушайте все, что вам дадут, да? Это мы все знаем. Кто ходил, я не знаю, посещениями занимался. Я, например, много этим занимался до того, как пастор был. Это откровение я всегда говорю, что если пускают, можно покушать, хорошо. И там он говорит еще, если будет больной в этом городе, исцеляет. Я? Не, ну я могу прийти и сказать, вот, давай, Господь, помилуй этого человека, исцели его. Иисус говорит, не, говорит, дружище, я тебе дал власть. Ты, говорит, исцели. Как это я? Как, я же могу себе присвоить славу, я же могу это. Он говорит, ничего страшного. Ты сначала исцели, а потом мы поговорим, присвоишь ты себе славу, не присвоишь. Тебе надо исцелить. Представьте, у них было задание прийти не просто поесть, попроповедовать Евангелие, но если кто-то был больной, на них была ответственность исцелить. Аминь. И мы сегодня вот так вот себя, знаете, ведем. Я так себя ввел много времени. И знаете, чтобы исцелять, надо найти кого-то, чтобы он за тебя помолился, чтобы помазание на тебя сошло, помазал тебя елеем, еще что-то сделал, и потом ты будешь исцелять. Ну, понимаете, это все вот бесконечный, как собака бегает за хвостом. Вот у нее уже есть хвост, но ей кажется, что его нет. И она вроде бы его видит перед собой, но никогда не может догнать. Я хочу тебе сказать, написано, что в тебе есть вся полнота Божья во Христе Иисусе. Представляете? Написано, что Иисус – это сияние славы Отца. Кто такое читал? Где сегодня Иисус? Внутри меня. Внутри меня сияние славы Отца. Аминь. Внутри тебя сияние славы Отца. И важно понимать, что, ну, почему вот, опять же, ну, ты не присвоишь себе славу, не переживай. Когда Петр исцелили тогда хромого, помните, они встретили его возле храма, и Петр сказал, то, что я имею, то я тебе и даю. Он не сказал, брат, сконцентрируйся, представь Иисуса на кресте и прими веру. Знаете, как это, такая шутка, пришел человек и говорит, у меня есть очень эффективный метод исцеления, но никто из вас не исцелится, потому что у вас веры нет. Я верю, друзья, что у них был, ну, что это не эффективный метод исцеления. Это просто я сам, надо себе признаться, что я сам не пойму, что мне делать. Как мне исцелить человека? Но тогда Петр, он знал, что Иисус внутри него. И он говорит, то, что я имею сегодня, то я тебе и даю. Во имя Иисуса Христа встань и ходи. Взял его за руку и поднял. И написано, и укрепились его ноги сразу же. И что произошло дальше? Сбежал с одного.
И он начал проповедовать. И он сказал такие сильные слова. Он говорит, что вы смотрите на нас? Как будто бы мы своей силой или своим благочестием сделали это. Это не из-за этого. Я хочу тебе сказать, ты Сын Божий, не из-за этого. Важно иметь благочестие. Важно отображать Бога. Важно, чтобы, знаете, не просто ходить и говорить, я Сын Божий, а все на тебя смотрят и видят сатану в тебе. Ну, важно, чтобы в тебе видели Христа. Аминь. Аминь. Но, друзья, я тебе хочу сказать, не из-за того, что в тебе видят Христа, ты Сын Божий, а в тебе будут видеть Христа, если ты поймешь, что ты уже Сын Божий. Аминь. Если ты поймешь уже, кто ты. Слава Господу. Сейчас прочитаю вам еще одно место. Галатам, 3 глава, 26 стих. Написано, смотрите. «Ибо все вы, сыны Божьи, по вере во Христа Иисуса, все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе». Аминь. Смотрите, написано, все вы, сыны Божьи, по вере во Христа Иисуса. Единственный момент, который как бы дает тебе понять, сын ты Божий или нет, это веришь ли ты во Христа Иисуса? Веришь ли ты, что Иисус умер за тебя на кресте? Принял ли ты Его в свою жизнь или нет? Аминь. Понимаете, не молитва показать, не сколько ты жертвуешь показать, Сын Божий ты или нет. Единственное, это вера во Христа Иисуса. Если ты сегодня есть, вы же верите во Христа Иисуса, значит, вы сыны Божьи. Значит, вы сыны Божьи. А сыны Божьи делают дела Божьи. Исцеляют людей, освобождают людей, поднимают людей. Аминь. И вот когда, друзья, мы начнем это понимать, что мы уже что-то имеем. Не будем переводить стрелки постоянно на Бога, которого никто не видит. Но покажем Бога, которого можно увидеть в тебе. Аминь. Не побоимся за кого-то помолиться. Я тебе хочу сказать, знаете, у тебя все уже есть. Все, что тебе надо, надо начать действовать. Надо начать молиться за людей. Надо, если кто-то болеет, надо перестать отправлять людей к врачу. Ну, я не против врачей, но надо сначала помолиться за них. Аминь. Осознать, что я могу делать дела Иисуса Христа. И ты начнешь видеть славу Божью. Перестать гоняться. Знаете, как один рассказывал проповедник, говорит тоже, в молодости так хотелось бы помазания, так хотелось, чтобы кто-то за меня помолился, чтобы я начал воскрешать мертвых, исцелять больных. Я поехал в Африку, там такой пророк знаменитый был, он уже на небесах. И я говорю, тоже приехал, там конференция была, сижу, и он говорит со сцены, кто хочет помазания, выходите, я буду за вас молиться. Я говорю, я бегу через весь зал, бегу, и, ну, прибежал, он так подошел ко мне, руку положил быстро и пошел дальше. Я думаю, не понял. Думаю, пойду еще раз встану. Побежал опять, встал и говорит, еще взял с собой бутылочку елея. Ну, думаю, чтобы он за елей помолился, чтобы вот елей был у меня сверхъестественный, помазан. И он говорит, подходит опять ко мне, помолился за меня, помолился за елей. Я радый, думаю, принял все. Пошел, сел на свое место, сижу с этой бутылочкой, говорит, счастливый такой. И, говорит, там был еще другой человек, тоже там уже пожилой пророк, с какого-то, со стороны, с другого, он был спикером. И он говорит, ух, подсаживается ко мне. Не знает меня, я его не знаю. Говорит, ну что, помолились за Елей, говорит. Он говорит, да, помолились. Рад, он говорит, ты, говорит, и есть эта бутылочка с Елей. Понимаете? Он ему говорит, ты и есть эта бутылочка с едой. Тебе не надо какого-то сверхъестественной воды. Тебе не надо никакого сверхъестественного елея, чтобы за него помолились. Ты и есть бутылочка с елеем. Все, что тебе надо открыть свою крышечку и начать просто помазывать людей, чтобы благоухание это распространялось.
Аминь. Просто многие боятся, просто мы ищем, знаете, дьявол хочет говорить, бегай, бегай, может 20 лет будешь бегать, искать, потом кого-то начнешь исцелять. Хотя ты все эти 20 лет уже можешь делать чудеса. Уже можешь исцелять людей. Другая женщина у нас есть, это тоже вот за последнее время. Просто когда мы начали в этом утверждаться, у нее один глаз вообще не видел. Полностью вообще, вот у нас цель. Вообще не видел. Другой у нее глаз видел на 80% после операции. Ей делали операцию. И когда делали операцию, сказали, что вот этот другой, ну, который не видел, на нем даже нельзя делать операцию. Он вообще как, ну, мертвый, мертвый полностью. Невозможно там восстановить даже на 1% зрения. Представьте, вот она ходит в церковь, по присутствию Божьем находится, на нее никто не возлагал руки. Просто мы молимся вот так вот за всех людей в общем. И вот буквально неделю назад тоже выходит свидетель, ну она постеснялась, муж ее выходит свидетельство, говорит, пошли какой-то, ну, к врачу, сдали, ну, вот эти вот анализы, да, зрение, чтобы посмотрели. И вот этот глаз, который был 80%, в нем зрение 100%. А второй глаз, который был мертвый, он как бы посмотрел заключение, глаз мертвый, они говорят, ну сделайте на всякий случай, ну проверьте. Он так скептически говорит, ну хорошо, давайте, проверим. Проверяет и говорит, что глаз не мертвый, что на нем можно сделать операцию и зрение может быть восстановлено. Аминь. Представляете? Аминь. Это сверхъестественно. Это невозможно. Врачи, они скептически к этому относятся. Но, друзья, мы с вами имеем то, что не имеют врачи. Аминь. Аминь. Мы с вами имеем Иисуса внутри себя. Мы и есть эта бутылочка с елеем. Нам надо просто пойти и начать использовать. Не ищи, перестать искать какие-то формулы, перестать искать каких-то сверхъестественных людей. Нету, друзья, сверхъестественных людей. Есть один сверхъестественный человек, это Иисус Христос. Вопрос во втором, есть Он в тебе или нет? И все. Веришь ли ты в то, что Он в тебе или нет? Если мы с вами начнем верить, друзья, то не только... Вот, я понимаю, что не только я, как пастор, должен исцелять людей в церкви. Каждый человек на заднем ряду, в середине, где бы ты ни сидел, вся церковь должна исцелять людей. Мы должны вот так собрание проводить, просто когда мы знаем все, что мы дети Божьи, что мы имеем эту силу сверхъестественную. Просто мы в начале служения мы можем сказать, повернись к соседу, спроси, какая у него болезнь, помолитесь друг за друга. Слава. И люди будут поворачиваться, молиться и выходить свидетельствовать исцеленным. Аминь. Потому что исцеляет будет Иисус, который в тебе. Слава Господу. Еще одно место прочитаю. Ефесянам 1 глава 16 стих. Написано, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам дух премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания и какое богатство славного наследия Его для святых. Смотрите, и как безмерно величие, могущество Его в нас, верующих по действию державной силы Его. Аминь. Смотрите, что говорит Павел. Я молюсь, это он пишет церкви, я молюсь за вас. Не для того, не о том, чтобы вы что-то получили, чтобы вы получили помазание, чтобы вы получили силу. Я молюсь, чтобы вы познали, чтобы Бог вам дал дух премудрости и откровения, и вы познали, смотрите, какое безмерное, без ограничений, величие, могущество Его где? У нас. Кто слушал меня? На небесах. В нас, верующих в Него. Безмерное, скажи со мной, безмерное величие, могущество. Скажи еще раз, безмерное величие, могущество.
Безмерное величие могущества Его в нас, друзья, в тебе, во мне, в тебе. Вопрос, что ты будешь с этим делать? Будешь жить с этим безмерным могуществом силы и смотреть, как сосед болеет? Или пойдешь к нему и скажешь, можно я за тебя помолюсь? И прикажешь этой болезни, и она уйдет. И этот человек придет в церковь и будет верить до конца своей жизни. Аминь. Я верю, друзья, знаете, что церковь даже должна расти. Я не против там стратегий, методов разных. Это все классно. Но я смотрю, как в Деяниях, когда апостолы служили, как росла церковь. Хромого исцелили после ворот. Сбежались люди. И написано, он проповедует, и 2000 уверовал. Не из-за раздатки, а из-за чуда, которое произошло. Чудо. Точно так же, я верю, сегодня должно быть. Бог вчера, сегодня и во веки тот же, всем верит. Аминь. Помните, Иисус, когда пришел, я не буду открывать, чтобы не занимать время. Еще одно пример. Иисус, когда пришел, Лазарь умер. Иисус пришел помолиться за него. Вы помните, как он молился? Он поднял руки при всех и говорит, Отец, я благодарю тебя за то, что ты услышал меня. И дальше он говорит слова важные. Он говорит, я знаю, что ты всегда слышишь меня. И я это только что сказал, просто для людей, которые окружают. Другими словами, он говорит, я Бог этого не могу. И дальше он говорит, Лазарь, выйди ему. И он воскрес и вышел. Из-за чего, друзья? Из-за того, что он произнес волшебные слова? Нет. Из-за того, что он был утвержден, он говорит, я знаю, что ты всегда меня слышишь. Из-за чего? Из-за того, что он сын. А Бог верен своему сыну. Аминь. Точно так же, если в тебе сегодня Сын Божий, ты Божий дитё, Бог верен тебе. Нам просто нужно начать менять мышление. Можно долго об этом говорить. Смотрите, вот еще такой момент. Представьте, если вы проанализируете вообще вот жизнь Иисуса, Он очень редко, почти никогда не называл Бога Богом. Он называл Его Отец. Из-за этого все прибегались. Из-за этого фарисеи Его по большому счету и распяли, потому что Он называл себя Сыном Божьим. Мы не имеем сегодня дерзновения, потому что где-то, может, до конца мы этого не понимаем, что мы тоже дети Божьи. И мы говорим, я Господу, давай Господу помолимся, давайте приходите к Богу. Представь, если бы ты людям сказал, мой отец вам поможет. Какой отец? Бог. И кто-то скажет, сумасшедший. Но когда мы, друзья, начнем сами верить в это, нам надо самим в это уверовать, в первую очередь. Самим уверовать. Просто чаще, я заметил, я начал молиться, я вот так, или там, Господь, а ты начал говорить, отец. Там, папа, отец, я скреплю внутри, представляете? Реально скреплю, мне Господь, там в церкви молюсь, Господь. И я прям специально начал больше говорить, отец. И я смотрю, я сам, представьте, скреплю внутри. Какие могут быть чудеса? Какие могут быть, ну, если мы не утверждены в том, что мы дети Божьи, друзья? Аминь. Нам важно просто понять, нет никаких методов. Есть осознание того, кто ты. Если ты Сын Божий, любой метод, который ты будешь делать, он будет работать. Аминь. Аминь. На работе, в исцелении людей, куда бы ты ни пошел, если ты будешь всегда знать, Отец, я знаю, ты всегда меня слышишь. Всегда меня слышишь. Я могу даже не говорить ничего. Я могу просто прийти, и люди будут исцелены. Потому что я знаю, что ты со мной, я твой сын. Ты будешь иметь успех везде. Ты будешь видеть эту силу. Аминь. Я хочу, друзья, помолиться. Ну, не выходить сюда, вот в общем за всех помолиться. И я вам серьезно говорю, кто-то из вас будет исцелен сейчас. Даже если ты не веришь. Потому что этот парень хромой, он вообще не верит. Он денег просит. Но Петр верит. И я верю. Чтобы многие из вас сейчас будут исцелены.